Егорские врачи присоединились к всероссийской акции «Добро в село». Медицинский десант Нижневартовской окружной клинической больницы отправился в Ахтиурье. Местные жители смогли попасть на прием к узким специалистам в двух шагах от дома. За работой волонтеров-медиков наблюдала наш специальный корреспондент Елена Составова. Смотрим репортаж с места событий. Наша съемочная группа находится в фельдшерском пункте Ахтиурья. На один день он превратился в настоящую многопрофильную больницу. Здесь принимают терапевт, эндокринолог, травматолог и другие узкие специалисты. Врачи также привезли с собой специальное оборудование, например, мобильный аппарат УЗИ. Он востребован даже в стенах самой больницы, если приходится, к примеру, проводить обследование в реанимации. Аппарат в считанные минуты доставляет к маломобильному пациенту и проводят обследование. И, конечно же, аппарат незаменим при путешествиях на дальние расстояния. Он очень интересной формы. Его можно сложить и перевозить как ноутбук. Кроме того, специальная батарея обеспечивает ему несколько часов бесперебойного питания. А по словам медиков, для жителей Ахтиурья это прекрасная возможность проверить свое здоровье. Елена Михайловна, расскажите, как сегодня проходит обследование ахтиурцев? Сегодня жителям Ахтиурья была возможность провериться на аппарате УЗИ, который привезли с собой специалисты Нижневартовской окружной клинической больницы. Данный аппарат, он ничем не отличается от стационарного аппарата, находящихся в лечебных профилактических учреждениях. Сегодня порядка 35-40 исследований было проведено всем жителям, которым была показана именно УЗИ-диагностика. А также были проведены исследования УЗИ шейных отделов сосудов, УЗИ нижних конечностей сосудов. Соответственно, также проведено УЗИ сердца, абдоминальное УЗИ. И большим спросом пользовалась УЗИ-диагностика эндокринной железы. Чтобы обследоваться жителям Ахтиурья, необходимо ехать в Излучинск в районную поликлинику. Это ни много ни мало 150 километров. Поэтому сегодня они не теряют времени даром. На прием к узким специалистам заранее записалось 20 сельчан с хроническими заболеваниями. Но на деле на прием пришло гораздо больше людей. Особенно важен визит врачей для пожилых людей. Ну, я прошла ЭКГ, лабораторию полностью профиль сдала. Вот сейчас к терапевту и УЗИ. Это очень хорошо, что приехал УЗИст. Здесь на месте я могу все пройти, что меня интересует. Все. А вот в дальнейшем с этими анализами вы куда вас отправляют? В районную поликлинику или в больницу, может быть? В больницу я еду. С этими анализами еду в больницу. И мне уже не надо будет в Нижневартовске, допустим, проходить каких-то врачей. Я прошла здесь все на месте дома. Мы поедем к двум пациентам, которые лежачие. Они очень ждут эндокринолога. И я надеюсь, что мы сможем помочь и облегчить этим взрослым людям, которым уже далеко за 70. За приемом узких специалистов наблюдали Елена Составова, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра» из Ахтиурья.